В Нерюнгринском районе начала свое действие государственная информационная система ЖКХ. Попутно с началом ее работы начали возникать и многие вопросы и проблемы, связанные с ней. Для изучения этого в район посетила первый заместитель руководителя управления государственного строительного и жилищного надзора Якутии Любовь Кузьмина. Как выяснилось, большинство проблем информационной системы связаны с размещением материалов на интернет-портале и с требованиями регистрации ТСЖ, даже в случае, если его полномочия делегированы управляющей компанией. Но потом, когда вышел 209 ФЗ, там прям в законе конкретно прописано, что если под управлением, то не нужно отдельной регистрации. Ну вот с нас, к сожалению, не снимают. Может, это попозже? Это же все время меняется. Вот мне кажется, до конца еще четкого понимания и у разработчиков нет. Возможно, даже по ходу пьесы, скажем, как вот будет это все внедряться, этот вопрос уйдет. Но когда мы открываем республику и просили убрать те ТСЖ, которые под управлением, да, управляющей компании, сказали нет, однозначно они у вас останутся, вы должны зарегистрироваться.